приветствую всех нам поступает много вопросов в комментариях и ольга собрала ольга наш администратор собрала эти вопросы и попросила меня ответить на эти вопросы первый вопрос как проходит сеанс будут ли меня погружать в состояние транс мы не погружаем никого из клиентов в состояние транса, потому что погружение в транс это довольно опасная вещь для тех, кто никогда с этим не сталкивался. Мы видим неоднократно видео на YouTube, где человека просто погружают и незащищенного поднимают на астральные уровни, где они практически становятся кормом для сущностей. То есть после такого сеанса существует очень большая вероятность, что человек может подхватить что-то очень даже то, что он и не хотел подхватывать. Мы погружаем, вернее, я погружаю веру, и вера, она подготовленный слипер. У нас очень много уровней защит для того, чтобы делать то, что мы делаем. И исходя из этого, могу только сказать, что неподготовленным не стоит подниматься туда, куда вы не знаете. Если вы материю не знаете, если вы теории не знаете, если вы понятия не имеете, делаете, раскрываете руки, вот так вот любые космические друзья, придите, помогите. Тут уже с вероятностью 100%, что к вам придут и помогут. Только совсем не то, о чем вы просили. Второй вопрос. Чистка жилья – это важно или это прихоть и выдумка? Но я объясняю следующее. У нас более 750 сеансов на канале, где мы постоянно сталкиваемся с этой ситуацией, когда мы сущности спрашиваем, находитесь ли вы в этом доме или не находитесь. Из них 60-70% отвечают, да, у нас есть там свои подключки. Что это значит? Это значит, в доме есть не только сущности, но и порталы. Эти порталы открыты. Это значит, что эти, даже если эти сущности испугавшись нас, скажем так, уйдут добровольно на свою чистоту. Эта дверь в туалет остается по-любому открыта. Возвращая человека после чистки чистым, без всяких паразитов, наполненным энергией, в его квартиру, он практически остается опять один на один с этим порталом. Вопрос времени когда эти сущности выйдут, новые, другие сущности, и войдут в него. Они веют только фантом человека, они веют только энергии, все остальное их не интересует. Ребенок, бабушка, мама, папа, там никакой роли не играет. Поэтому мы всегда рекомендуем, для того, чтобы работа была действительно полноценная, как для вас, так и для нас, сразу чистить свое жилье, чтобы вы возвращались уже в чистую квартиру. Это просто вопрос гигиены. Третий вопрос. Сколько читать манифест? Месяц или сколько? Ну, как вам сказать, манифест, те, кто его читает, то должен понимать, во-первых, что там написано. Эти слова это надо пропускать через себя, визуализируя. Что такое манифест? Манифест – это ваше заявление Вселенной, что вы заявляете о своих правах. И с этого момента вы являетесь хозяином своих энергий. Потому что до этого момента у вас сидели сущности, которых мы вытащили. Поэтому на чистке мы всегда читаем этот манифест, мы передаем текст этого манифеста. Наши клиенты знают, что мы даем инструкцию, как с этим манифестом работать. Его надо читать столько, пока вы его не поймете, пока он у вас не утвердится и не станет сильным. Это и есть сила вашего намерения, это и есть та сила духа, это тот, та сила стержня. Вы сами почувствуете, надо вам читать его или не надо. Но для начала. Мы рекомендуем всем читать этот текст манифеста, потому что сущности видят его. Четвертый вопрос. Как перевести деньги из других стран за сеанс? Честно говоря, я не знаю, как переводятся сейчас деньги, я этим не занимаюсь. У нас есть администратор Ольга. Но я знаю тех, кто не могут переводить. Они часто обращаются к своим друзьям, живущим за границей. Или каким-то другим образом делают взаимозасчеты или переводы. Также действуют какие-то переводы через соседние страны. К сожалению, я не могу точно ответить на этот вопрос. Это все зависит от ситуации, которые не связаны с нами. Пятый вопрос. Даем ли мы гарантии? Это действительно очень интересный вопрос. Сразу говорит о степени осознанности человека, который не понимает вообще, с какой материей имеет дело. Да, мы даем гарантии, если душа осознанная. У нас такие встречались на сеансе, которым мы просто открываем эту память генетическую, они просто знают, кто они. Им никакие гарантии не нужны. Человек, который нужен гарантии, это, скорее всего, человек, который не совсем в теме, я бы так сказал, никого не обижаю. Просто надо разобраться, что ты хочешь. Гарантии в осознанности, гарантии в том, что ты выйдешь на высший, твое высшее «я» поднимется на ступень выше – если ты будешь развиваться, гарантии того, что ты будешь общаться с кураторами. Это все зависит от тех качеств, которые человек практически несет в себе. Если они не у него есть, этот вопрос не возникнет. Какую мы гарантию даем? То, что мы возвращаем любую душу, с которой мы работаем, чистой, без всяких контрактов, без всяких сущностей. Мы видим все. Если эта гарантия имелась в виду, то да, эту гарантию мы даем. Шестой вопрос. Как правильно задавать вопросы куратору и почему они должны быть короткими? Правильный вопрос. Мы очень часто встречаемся с такой ситуацией, что нам кураторы говорят, вопрос неправильно сформулирован. Куратору самому очень трудно отвечать на длинные вопросы. Они там общаются телепатически. Поэтому самый лучший вариант вопросов, которые требуют ответа да или нет без сложно подчиненного предложения, без запятых потому что и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы должны объяснить ситуацию, если вы умеете общаться с кураторами, представить себе мысли форму со своим вопросом, и в принципе ответ уже идет в процессе задавания вопроса. Задаете вы его вслух, задаете вы его про себя, телепатически, зависит от каждого человека, то есть как он умеет. Обычно я, когда со своим куратором общаюсь, я общаюсь мысленно. И в процессе вопроса, когда я задаю вопрос, он у меня уже сразу идет ответ. Это пусть вам будет ну, таким ориентиром, как мы это делаем. Следующий вопрос. Седьмое. Как часто нужно проходить чистку? Это зависит от того, насколько вы следуете нашим рекомендациям. Вы поняли ваш сеанс. Это зависит от уровня высшего я, скорее всего, от уровня осознанности души. Потому что у нас есть клиенты, которые мы чистили более года назад, и вот недавно проверяли, они были чистыми. У нас были клиенты, которых мы чистили буквально через два дня. Я не говорю о тех, у которых квартиры были нечищены, те уже намного раньше приходят, через день. Но те, которые через два дня... Они ничего не поняли из этого сеанса. То есть там сидел высокогерцовый демон. Демон сказал, я захожу на крики, я захожу на скандалы, я захожу, описал всю эту ситуацию. Человек все внимательно выслушал, понял, что в нем демона нет, выводов не сделал, вышел и начал опять вести себя точно так же, как он вел. Демон вошел опять. Не этот, а другой. Они всегда ходят рядом, наблюдают за человеком, насколько сильна его воля. Демоны и сущности, они не ищут сложных побед, они ищут легких побед, они ищут как раз тех, в кого легко зайти и не надо бороться. То, что мы их находим, для них это самое большое поражение. Идем дальше. Восьмой вопрос. Нужно ли делать проверку дома, если уже чистили? Мы выставляем очень мощные, очень серьезные защиты. После того, когда мы полностью почистим дом, у нас есть специальная процедура чистки дома. Она многослойная, со всеми нюансами. Она постоянно меняется. Обновления у нас тоже идут, наших технологий. Поэтому наши защиты, в принципе, не пробиваются. Они могут пробить снаружи, они пробиваются только изнутри. Пробиваются в том случае, если в доме, который мы чистили, где демон еле утащил огромный такой шар с этими негативными энергиями, потому что все в семье ругаются. Каждый на своей чистоте, нет, нет никакой гармонии. Вот. И вот этот крик, он может изнутри пробить этот купол, который мы выставляем. Нам мы встречались с таким четыре раза из более чем 1700 сеансов на настоящий момент. И были просто поражены, до какой степени сила человека не в ту сторону направленная, контрпродуктивно работает. То есть они действительно изнутри пробивают этот купол и сущности с удовольствием туда входят. Идем дальше. Девятый вопрос. Как поддерживать чистоту в Думе самому? Расскажите про заполнение фиолетовыми энергиями самому. Самое лучшее это, конечно,... Я имею в виду после чистки, когда уже дом почищен, закрыты все порталы, нет никаких негативов, ничего. Это просто должна быть обстановка любви, обстановка гармонии. Это и есть самая лучшая поддержка чистоты. Можно включать, безусловно, если вы находитесь уже на том уровне, где вы можете себе визуализировать какие-то вещи. Можно включать все высокоябрационные фиолетовые лучи. И эти фиолетовые лучи дать им команду, чтобы они вытесняли все чужеродное, негативное и патогенное за пределы моей квартиры. И они будут работать, но вы должны это все видеть. Как-то представлять перед своим третьим глазом или в своем третьем глазу, или другими методами, яснознанием, ясно, яснослышанием. Вот. И при этом, безусловно, это все проводить, когда вы сами чистые, потому что если вы сами не чистые, то у вас сидят сущности, они вам будут эти греи на ушко нашептывать, что нужно отвечать, или драконы. Они манипулируют сознанием и видением человека. Поэтому я говорю только в том случае, когда человек чистый. Визуализация и сила намерения. Вы можете любую защиту в своей квартире поставить, когда она уже защищена и чистая. Если она не защищена и не чистая, то эти попытки будут, в принципе, как и жжение свечек и других запахов. Ну, хорошо, вы включили этот запах, зажгли его, сущности неприятно он отойдет, в 15 он подойдет, и подождет и опять пойдет. И для их подключих в квартире это вообще никакой роли не играет, в общем. Здесь очень много такой деревенской магии, которая связана, так сказать, с представлением человека о том, что работает или нет. Мы говорим то, что мы видим, мы не выдумываем ничего, мы видим их действительно своими глазами, тем, с кем мы работаем, и мы видим эти порталы этих сущностей. Мы с ними общаемся, они нам сами дают подсказки, в какую сторону нам идти, в какую сторону смотреть, и в чем лежат первые причины каких-то проблем. То есть чистоту в доме поддерживать самому, это значит, надо, чтобы все члены семьи находились на одной гармоничной волне и любили друг друга. Все. Десятый вопрос. Можно ли пробить защиту дома, про скандалы рассказать? Я только что рассказал, видать, об, в предыдущем вопросе про скандалы в доме это действительно самая мощная сила, которая может ее пробить. Если кто-то в квартире начинает скандалить, и все реагируют на этот скандал, накапливается определенная энергия, раздражение этой энергии является той силой, которую, в сущности, с удовольствием любит ее собирать, и одновременно она пробивает вашу защиту высоковибрационными энергиями абсолютно. В вашей комнате. Ее такая дыра становится в квартире, и заходи, не хочу. Следующий вопрос: одиннадцатый. Боитесь ли вы демонов? Волка боятся в лес не ходить. Нет, мы не боимся ни демонов, ни рептилоидов, ни гуманоидов, ни любых других сущностей. Опасны ли эти сущности? Да, они опасны для людей, которые работают в той сфере, в которой мы работаем, скажем так, потому что они могут им перекрывать каналы. Они могут блокировать их работу, они могут влиять на родственников, они могут влиять ну, очень многие факторы, подкидывая такие, как они говорят, мелкие шалости. Но это такие мелкие шалости, как отключение интернета во время сеанса на 20 минут. Чем это закончилось у нас в одном из последних видео как раз и есть. Об этом информация. Мы не боимся их, потому что мы знаем, что у нас живет частица абсолюта. Это самая мощная сила, которая есть вообще во Вселенной. Эта сила в сочетании с знаниями и практикой делает вас твор творцами. То есть вы можете действительно управлять многими вещами. Но, безусловно, не в корыстных целях, потому что все существует черное и белое. Везде свои энергии. Нужно всегда посередине идти. Никого мы не боимся. Идем дальше. Двенадцатый вопрос. Откуда у вас оружие против сущности? Интересный вопрос. Да, у нас есть оружие, у нас много оружия. Это оружие, которое нам давали на этапе нашего развития, наши учителя и кураторы. Я хочу пояснить, учителя, только учителя имеют право давать какие-то вещи, которые помогут душе осознанно работать в астрале, тем более оружие, потому что нам оружие, например, с Верой дали первое серьезное оружие, ну, где-то спустя Код полтора, которое уже было а, опасно для сущностей. И почему к этому моменту объяснили? Потому что если бы на момент начала мне дали это, это бы оружие, уже началась какая-нибудь война цивилизаций, то есть они прекрасно знают, кому на каком этапе давать это оружие. Дальше. Кто выдумывает сам себе оружие, не имея контакта к своим учителям и кураторам? скорее всего, получают оружие рептилоидов, ГРЭВ и так далее, и работают уже в их направлениях. Оружие передается лично в астрале, лично от куратора, в этом случае от учителя, которые ответственны за твое развитие, которые понимают, тебе надо оно вообще или нет. Многим людям оно вообще не нужно. Им нужно просто оставаться нормальными людьми. Другим людям, которые работают, скажем, по, помогают тем, кому нужна помощь, такое оружие необходимо из-за своей личной безопасности. На нас было много нападений, они никогда не прекращаются. Пока мы выиграем со счетом 200-0, и так и останется, так и будет, потому что за нами тоже стоят определенные силы света, высшие силы, и это дает нам уверенность именно в нашей работе. По мере этапа нам и даются такие инструменты, как определенное оружие. Не хочу озвучивать их, но вы знаете, в сеансе у нас, например, есть сканер. Этот сканер мы получили от э, Плеяд. Плеяды нам дали, передали эту технологию для того, чтобы мы могли намного эффективнее и быстрее работать, потому что каждый день, каждую минуту где-то во Вселенной изобретаются новые технологии, и этот сканер не имеет никакого смысла, никакого смысла, если он не делает обновления. Наш сканер делает обновления, поэтому мы в курсе всех новых разработок и можем найти все, что только было недавно придумано. В основном это видно в наших видео, когда там Греи говорят, Тут мы испытываем какие-то новые технологии, а мы хотим это проверить или так далее. Да, вот как раз их технология и гуманоидов и других мы все знаем. Также мы знаем, говорит, говорят ли они правду или нет. Следующий вопрос тринадцатый: кто такие кураторы? Разве это не ангел хранитель? Это как вопрос с яйцами: почему одни яйца коричневые, другие белые? Я объясняю. Ангел хранитель это общее понятие. Ангел хранитель это и есть куратор, только у ангелов, у других душ, которые пришли из других планет, например, Уран, Сатурн, Плеяды, Солнце и так далее, у них есть куратор. Это просто разница в названии. Больше никакой разницы. Куратор и есть, по сути, ангел-хранитель. Но правильно они себя называют куратор. А вот у ангелов они называют, кстати, друг друга не ангел-хранитель, а друг. То есть куратор, ангел души на земле, является другом. То есть, когда мы приглашаем, мы приглашаем друга. Ангел-хранитель – это слово, которым мы практически вообще никогда не пользуемся. И, мне кажется, оно идет только из других источников. Идем дальше. Четырнадцатый вопрос. Почему вы не всех берете на чистку? Ну, вопрос часто поступает. Да, мы отказываем многим. Около 40%, 30-40% мы отказываем. Мы получаем информацию по своим источникам информации. У нас не только визуальные информационные каналы, у нас есть еще яснознание, ясновидение и так далее. Все вот эти вещи, они по определенным каналам нам дают информацию. Пойдет ли на пользу человеку эта чистка и вообще сталкивание? Потому что это, если человек находится на, 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 на начальной стадии эзотерики, это, скорее всего, ему совсем не нужно это ему еще рано, и в его развитии она ему помешает. Кроме того, есть люди, мы видим иногда намерения людей, мы видим, чем люди занимаются, мы считываем эту информацию, фотографии человек нам присылает фотографию, и мы по этой фотографии можем получать информацию не только о том, кто сидит в нем, сколько сущностей, с вероятностью 95% мы всегда видим и по фотографии, но и по сути, что внутри человека находится. Мы открываем двери тем, кто готов идти дальше. Потому что тот, кто не готов идти дальше, через два дня в него опять войдет эта сущность. И толку от такой чистки, ну, можно, в общем-то, сказать, никакого. Не для него, он еще, скорее всего, получит какое-то разочарование в ожидании чуда. И вот это вот как раз этого чуда мы хотим избежать. Это осознанный шаг каждой души избавиться от этих интерферентов и не впускать их больше в себя. Вот мы отказываем тех, кто это, этого не понимает. Также мы отказываем тех, кто, если мы знаем, человек занимается черной магией и начал получать откаты за свою деятельность. Такие тоже к нам часто пытаются попасть на сеансы. Вот. Мы не вмешиваемся в этот процесс. Каждый получает то, что он заслужил. Соответственно, мы таким людям отказываем. и еще отказываем некоторым конкурентам, которые пытаются, так сказать, получить какие-то дополнительные знания, это тоже немножко другой путь. Хорошо, благодарю вас. Следующий вопрос. Пятнадцатый. Со сколькими цивилизациями вы уже встречались? О, ну здесь, конечно, я думаю, в порядке девяти или двенадцати в этих пределах. Мы встречались, или они приходили к нам в комнату, или мы встречались на корабле Плеяд. Где-то вот порядка 9 или 12 цивилизаций. Вся наша Солнечная система, по-моему, за исключением Плутона, Солнца и так далее, все эти планеты. И еще мы знаем несколько цивилизаций, которые пришли из других измерений. Специальные или у них тут случились какие-то там, есть какие-то дела, я не знаю. Вот, Но мы тоже с ними встречались. В основном мы имеем дело, которых вы видите в наших сеансах: Это демоны, черти, <laughs> бесы, рептилоиды, гры, арахноиды, инкубы, сукубы, инсектоиды, лизарды. Даже есть несколько видов гуманоидов. Потом драконы: красные, синие, белые драконы. Гуманоиды есть тоже разных цветов. Честно говоря, много я не хочу сейчас о них думать уже и так достаточно. Ну, где-то вот в таких пределах вот эти особо активно работают в матрице Земли человека. И они представляют опасность, в общем-то, для, ну, я скажу, 90% населения. Если в каждом человеке сидит, мы вытаскиваем от 4 до 5 сущностей, посчитайте, сколько их. Шестнадцатый вопрос. Почему вы наказываете сущности? Хороший вопрос, правильно, да, есть. Мы читали там несколько раз упреки, что мы там жесткие и так далее. Вы должны просто понимать, мы тоже люди, как и вы, и вытаскивая из ребенка, которому 4 года, огромнейшую конструкцию с оттоком энергии в 60-70%, ребенок даже объяснить ничего не может, а его уже на запчасти делят. В сущности, независимости от причины, то конечно, есть какие-то, так сказать, желания таких паразитов наказать, восстановить справедливость. Нельзя просто слабых обижать. Точно так мы и делаем с теми, кто над животными издевается, там, кошками, это бесы, черти и так далее. Они серьезно получают наказание. Вот. Ну а те, кто идут на детей, те, кто идут на беспомощных, тех, кто идут на тех, кто не может даже себя защитить, тех мы особо сильно наказываем. Или вот, например, конструкции, которые воруют более половины души. У нас такие случаи были, у человека осталось 46% души. Или расслоение на тонкие, слои. тонкие поля, расслоение ⁇ это человек себя чувствует расчлененным. Буквально недавно у нас был такой сеанс, человек разбили на 7 его тонких тел, и одно, и одно тонкое тело ящер подарил гуманоиду. И вот человек в течение буквально 18 дней, если я не ошибаюсь, или 9 дней, полностью с ног на голову переворачивает. Был такой случай. Вот такие у нас особо наказываются. Есть законы мироздания, их 24, кого, кто, кого это интересует, они могут найти эти законы. Один среди них закон кармы, один из среди них закон права на свои энергии и на свое развитие, и многие другие, которые мы используем в своей работе, в сущности о них тоже знают. Поэтому мы таких всегда сдаем межгалактической полиции, с которой мы работаем, офицеру Ли. Ли всегда у нас на связи, она всегда курирует нас, мы, недалеко, мы находимся почти на, чуть выше ее при работе, наша комната диагностика, ее станция находится рядом для этого короткого пути, поэтому они практически рядом с нами появляются, когда я делаю запрос и... Ли решает, у нее есть специальный прибор, и она видит всю ситуацию. Иногда они забирают гуманоида не из-за вреда, который он нанес этой душе, а из-за того, что он подключен еще к 150 другим душам на Земле. И вот тогда они его заставляют отключиться от этих душ, и потом его отпускают, скажем так. В общем, идет какая-то взаимная компенсация. Там их не бьют, там их не стреляют, там их не уничтожают. Но до них есть такая инстанция, как мы. Хорошо. Семнадцатый вопрос. Кто такая офицер Ли? Я только что о ней рассказал. Офицер Ли – это наш офицер, с которым мы работаем, который нам был дан нашим учителем группы Волхвом для работы с космическими сущностями. Ли никогда мы не призываем по демонам, это земные вещи, но те сущности, которые мы ловим, если тем более у них там какой-то заговор или какое-то массивное воздействие, очень сильное воздействие на человека, то в таком случае мы вызываем ее, она присылает роботов, эти роботы забирают сущности или других офицеров, они не входят в нашу комнату, они снаружи открывают дверь в нашу комнату и забирают эту сущность. Какая ваша миссия? Мы никого никогда ни к чему не призывали. Наша миссия понятна только для тех, кто прошли наши сеансы и почувствовал эту разницу, до и после. Как попасть к нам? В 99% случаев это кураторы, которые внезапно открывают перед человеком видео с нашим каким-то сеансом, потому что у нас нам пишут в сообщениях, случайно открылось видео, да, вот так вот и получается. Вы слушаете, вас заинтересовают, где-то резонирует, вы получаете возможность обратиться к нам, вы доходите до нас, мы чистим и у вас начинается просто новая жизнь. Но вы должны быть к этому готовы. Те люди, которые не хотят ничего менять, они, так сказать, их присутствие на чистке не даст никакого смысла. Поэтому наша миссия – это исполнять ту работу, которую мы делаем. Мы еще обучаем, у нас есть уже свои ученики, их 20. Это сильные ребята. Ну, как сказать, нести свет в жизнь, что делают ангелы. Идем дальше. Есть, конечно, планы наверху по нашей работе. Мы их не знаем. Мы просто делаем то, что нам приятно делать и то, где мы чувствуем, что это наша миссия. А нас готовили к этой миссии задолго до того, как мы воплотились на Земле. У нас просто чуть больше возможности генетическую память прощупать и получить какие-то ответы на какие-то вопросы, тоже не на все, но на какие-то, скажем, ответы мы получаем. Это действительно все связано с этой ситуацией, этим миром, в котором мы живем. Идем дальше. Почему к вам приходят кураторы? Наша комната диагностики находится на очень высоком уровне в Астрале. Этот уровень безопасен для кураторов кураторы никогда не приходят в матрицу Земли. Никогда. Кураторы общаются со своими подопечными телепатическими или, или знаками, передавая там, по своим каналам какие-то предупреждения. В нашей комнате диагностики они могут встретиться лицом к лицу со своим подопечным. Такой возможности, как вы слышали, кураторы говорят, до этого еще не было, поэтому они очень активно использует этот канал связи. Благодаря моему учителю Архангелу Ханиилу был послан сигнал от высших светлых сил во все стороны. И все цивилизации, в принципе, знают, что те, кто на Земле находится, могут получить через нас какую-то определенную помощь. И многие услышали, и многие приходят. Вы видите, с каких планет к нам в основном приходят. Они охотно рассказывают о себе, кураторы, и мы предлагаем им такую возможность. Благодаря этому высокому уровню, где мы находимся, и благодаря этому свету Арго. Арго ⁇ это город Архангела. У нас есть прямой канал в нашу комнату диагностики, где эти энергии поступают, и эти энергии ужасная пытка для сущностей, но нет ничего лучше для других душ, потому что это энергия чистого, чистая энергия Творца. Следующий вопрос. Откуда у вас эти знания? Ну как, откуда у нас эти знания? Каждый из нас, я и Вера, мы прошли свой определенный путь. Я в этой теме не в теме регрессивного гипноза, а в других темах, которые с этим связаны, как и все начинающие от эзотерики, рейки и так далее, и так далее дош, дошел до какого-то определенного момента, когда у меня была связь с моим учителем Архангелом Ханиилом. То, что это был он, я узнал лишь спустя 20 лет. Вот. Но в тот день мне был открыт третий глаз, и я начал получать эту информацию. У Веры то же самое. Вера очень много занималась в своих направлениях, у нее есть своя информация. То есть мы как-то развивались. На определенном моменте, на определенном этапе высшие силы просто нас свели. И так получилось, что мы встретились с ней на одних курсах и познакомились и начали работать. Знания нам дается по мере нашего развития. То есть те знания, которые мы сейчас имеем, их не сравнить с теми знаниями, которые мы имели два с половиной года назад. Это постоянный процесс, он не останавливается. Постоянно идет какая-то информация, сознание. Единственное, что важно сказать, чем больше ты знаешь, тем меньше тебе хочется. То есть вот спектр твоих интересов, желаний, он сужается до необходимого. Все это становится Интересно, конечно, но не так важно, как раньше, до этого. Дальше. Откуда вы и где живете? Я живу более 33 лет в Германии, поэтому наверняка вы слышите, у меня есть такой акцент: Вера живет около 20 лет в Канаде. И мы никогда друг друга не видели. Вживую мы общаемся все это время через интернет, и как видите, это нормально получается. Следующий вопрос: 22-й. Почему вы берете на обучение только после чистки встречи с куратором? Ну, на этот вопрос, скорее всего, лучше наши ученики ответят, потому что мы даже и после чистки и встречи с куратором не всех берем, потому что у нас есть определенная работа. Вы хотите каждый день встречаться с демонами, вы хотите биться с ними, вы хотите сражаться с гуманоидами, рептилоидами, драконами, которые могут просто вас плюнуть действительно этим пламенем на астральном уровне, и у вас начинает все гореть внутри, вы считаете себя сильнее их? Если вы считаете и понимаете, для чего это сделано, и для чего такая миссия есть, возможно, вы воин света. Таких мы с удовольствием примем. Для этого мы и существуем, вернее, существует наша школа. Кого мы хотим видеть? Мы хотим видеть людей, с, высокой уровнем, с высоким уровнем осознанности, уже которые работали. Мы не хотим видеть, кто интересуется из праздного интереса и добавить эти знания к себе в копилочку и дальше пойти там шаманить, применяя наши знания. Такие к нам тоже очень-очень редко попадаются. Но, к сожалению, пару попалось. Поздно заметили. Поэтому мы ждем настоящих воинов, мы ждем тех и обучаем, где мы видим потенциал, что человек в своем возрасте еще в паре будет со своим партнером работать долгие годы, помогая людям, помогая детям, помогая животным, помогая чему угодно. У нас огромнейший спектр наших возможностей. Все, что вы можете себе представить, мы можем сделать на астральном плане. А все начинается с астрального плана. Мы не хотим просто иметь людей, которые начнут злоупотреблять этим, которые начнут махать шашкой, не понимая, где надо, где не надо. Для этого есть свои, свой определенный уровень. Поэтому мы всегда просим перед тем, как человек к нам обратится, прислать сначала видео и описание, свою мотивацию. Это наш администратор Ольга рассказывает, и человек записывает видео, и мы по этому видео принимаем решение, может он подходить или нет. Деньги здесь вообще никакой роли не играют. Идем дальше. Сколько у вас учеников? Я сказал, у нас на настоящий момент активных 20 учеников. Нападают ли на вас сущности? регулярно нападают на нас сущности. Uh, <laughs> у нас на YouTube куча видео с этим. Вот. Но как нападает, так и отхватывает. И причем, я же говорю, мы выиграем со счетом 200-0. Следующий момент. Почему вы не, об... не общаетесь с умершими знаменитостями, как на других каналах? Такой вопрос нам тоже задавали. Вы понимаете, это вопрос этики. Мы не являемся этими падальщиками. Я их называю падальщики. Простите, если это кого затронуло. Для души, кто понимает, когда она ушла, нет вот этого где-то пархания на облаке, а есть работа по осознанию. Эти запросы, они мешают. И этой душе развиваться. Они не рады. Они единственное, чему рады, Каждый этот запрос, они могут подсосать энергию у человека. Эти, это другой мир. Нельзя туда лезть без разрешения человека. Человек не может вам дать разрешение, так как он умер. Значит, вы используете эту ситуацию для того, чтобы получить какую-то корость. Хотя бы в виде видео. Какой-то информации. Этих видео очень много, я понимаю. Безусловно, очень интересно послушать там какую-то знаменитую душу, которая жила там, ну, скажем, несколько сотен лет назад. Но это совсем другое, чем на следующий день после смерти какой-то знаменитости лезть к нему с вопросами идиотскими, причем там задавая такие вопросы, от которых просто волосы на спине дыбом становятся. Э, я, это не связано с тем, чем мы занимаемся. Почему это не связано с тем, чем мы занимаемся? Потому что, вернее, почему они, они это делают, а мы это не делаем, наверное, потому что они не могут делать того, что мы можем делать. С одной стороны, то есть они не могут подняться выше уровня матрицы Земли. Мы работаем на очень высоких космических уровнях, мы космические души, сфера гибридная. Соответственно, у нас другие есть возможности, они действительно есть. Если их развивать, они очень быстро о себе дадут знать. Мы не хотим зацикливаться на темах земных на том... Ладно, оставим, я не хочу об этом говорить. В общем, вы поняли, о чем идет речь. Нельзя лезть к душам, если вам не дал никто на это разрешение. Это нарушение очень серьезного кармического закона. Называется закон «не просит, не лезь». Те, кто нарушает этот закон, автоматически подключает себя к криптилоидам. Грэм, о нем тоже отличную информацию будет нашептывать. И слипер вообще ничего Никогда не выйдет из голограммы ничего конкретного и точного не сможет сказать. Даже два разные две разные пары слипера и гипнолога, с разными доступами, получают разную информацию. Один может только цвет чего-то увидеть, другой рассказывает историю на, из десяти томов. Вот в этом и есть разница. Но вы должны точно знать, с кем вы общаетесь. Но это, у нас как раз в этом уверенность есть, с кем мы общаемся и работаем. Судя по результатам нашей работы и отзывам клиентов, которые нам пишут. 26 вопрос. Могу ли я заказать чистку родственника без его ведома и разрешения? Это как раз то же самое, что я до этого говорил. Нарушение закона свободы, выбора, души. Как раз вот тут два закона даже нарушены. Конечно, нет. У каждой души есть право на свое развитие. Ваше Безусловное желание помочь своему родственнику никакого толку не даст, если человек сам этого не хочет. Космические законы устроены так, что слово и разрешение человека является той основной силой, которая запускает весь этот механизм. Вы же видели, мы каждого клиента, которого поднимаем, кроме того, что он к нам лично обращается, мы еще в астрале спрашиваем, дает ли он нам свое разрешение на работу, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. У нас был, мы один-единственный раз сделали такое, вернее, нас обманули, сказали, что убедили, что якобы человек дал разрешение, мы подняли человека. Он говорит: где я? Кто вы? Почему я здесь? Верните меня назад. Вот. Это был один-единственный раз, и в принципе его хватило. Все остальные, которые действуют без разрешения, личного разрешения, личного обращения человека, они нарушают очень серьезные законы. За это есть очень серьезная ответственность вплоть до потери всех талантов. Идем дальше. 27 вопрос. Как вера понимает язык сущностей и кураторов? Мы общаемся в комнате диагностики телепатически. Вера принимает мыслеформы. она видит картинку без звука, озвучивает ее. Вне зависимости, откуда цивилизация пришла, он посылает нам или она посылает нам свою мыслеформу или говорит мысленно, а вера воспроизводит это в звук. Для веры абсолютно не важно. В астрале вообще не важно, на каком языке кто разговаривает. Там все понимают друг друга, без слов, не открывая рта. Двадцать восьмой вопрос. Почему вы не чистите бесплатно? Хороший, короткий вопрос. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все, кто предлагает бесплатную чистку, на мой взгляд, даже если допустить, что это человек хочет сделать что-то хорошее, как гипнолог или слипер, то. Клиент, в глазах клиента он не получит никакой оценки стоимости этого сеанса. Что даром приходит, то как пришло, так и ушло. Оплата ⁇ это вопрос оплаты нашего времени и наших сил. Это энергии, с которыми мы работаем, они от 5 до 10 раз выше, чем у среднего человека. Мы пропускаем это все через себя, это огромная работа. Бывает, после сеанса ты не можешь долго спать или ты очень мало спишь из-за перенасыщения этой энергии. Мы хотели зарабатывать деньги, мы бы брали всех подряд. Мы бы брали по 70-80 учеников и так далее, независимости какие. И чтобы это пошло, это было бы просто катастрофа. Но это уже не было бы Арго. У нас школа Арго. Арго – это школа архангелов. У нас есть то, что мы можем дать лично от архангелов. Через них мы можем открыть дорогу. Дойдете вы туда, или, туда или нет, это уже зависит от, так сказать, ваших личных способностей, ваших талантов. Но наши ученики уже поднимались в Арго, и те, кому это дано, они будут это делать. Но я же говорю, это все затрат, энергозатратное дело и время. Идем дальше. Вы были на других планетах и на каких? Я сделал экскурсии вокруг Плеяд со своим, с моим другом Амиром. Мы с Верой были на Гиперборее. Это ее родная планета, как и ангельский мир. Еще мы были на Солнце. На другие планеты мы не летали, потому что, в общем-то, надо получить для этого приглашение или какие-то основания. У нас нет таких, так сказать, любопытства лететь на Уран и смотреть, что там. Тем более вы понимаете, что форма этой жизни существует другой, не в такой форме, как у нас. Это раз. Во-вторых, они могут не на самой планете находиться, а на окружающих звездах и так далее. Мы туда, так сказать, из праздного любопытства не лезем, у нас нет оснований. Но мы были уже несколько раз. Как научиться тому, чем вы занимаетесь, регрессивному гипнозу? Обучаться. Обучаться. Это начинается у нас, школа состоит из двух, так сказать, если разделить на два модуля. Один раскачка, второй уже непосредственная конкретная практика с применением вот такой базы теории и проработка прочувствование этого всего и так далее у нас обучение два раза в неделю идет по несколько часов и мы раскачиваем эту сенсорику дальше мы даем на определенном этапе защиты когда мы начинаем поднимать уже или человек сам уже начинает выходить в астрал у нас очень важный первый вопрос это защиты Защита у нас самая, ну, скажем, современная, которая есть на настоящий момент, потому что наши защиты тоже делают обновления. Обучение и практика. Практика в парах. Мы даем возможность обучиться, так сказать, поработать со всеми учениками и понять, с кем работает, а с кем не работает эта система. Потому что слипер и гипнолог – это инь и янь. Вот если только инь, то это уже не система, или янь – тоже не система. Поэтому… Если кому-то повезет, он найдет свою пару, они, у нас ученики находят свои пары, они в состоянии полностью раскрыть свой потенциал и подняться на более высокий уровень. И потом дается уже куратор для такой группы, и эта пара работает. Потом им дается и оружие, о котором мы говорили, как и средства передвижения, корабль, который есть, например, у нас. Идем дальше. Кто такой куратор Константин? Куратора Константина нам представил Вулф. Куратор Константин эм, очень высокий ангел. Я не знаю, какого он уровня, но он пришел с уровня архангела. И его энергии, когда он с нами общается, наших учеников вначале даже плющит, вера тоже иногда там получается, он сдерживает свои энергии. Это наш куратор школы. Это тот, кто стоит над нами, который об общается и знакомится с каждым нашим учеником в Астрале у нас при обучении они имеют возможность вызвать на свои сеансы куратора Константина. Он приходит, помогает советам, что нужно сделать. Но когда его сущности видят, они просто садятся на пол. Я скажу, это очень высокого уровня душа. Больше о нем я не могу ничего сказать. Но когда он говорит, у нас такие вибрации идут по комнате, что просто серьезно. Но это строгий куратор. Во всяком случае, пару раз я там получал от него нагоняй. Идем дальше. 32-й вопрос. Предпоследний. Что такое комната диагностики, где вы работаете? Где мы работаем? Объясняю. Вот есть земля, есть матрица земли. Мы выходим из нее. Очень многие гипнологи, слиперы даже не выходят за пределы матрицы Земли. Мы выходим, идем в нейтральную зону Млечного Пути. Из этой нейтральной зоны Млечного Пути мы поднимаемся на уровне на уровень абсолюта, потоков абсолюта. И вот в этом месте мы работаем, это очень высокий уровень, до которого практически не долетают такие сущности, с которыми мы имеем дело. Это безопасный уровень для общения с кураторами, которые приходят к нам. И это уровень, на котором существуют очень высокие энергии. Вот эта энергия, ну, скажем так, человека, который... Первый раз туда поднимется, они могут его слегка так э, приплющить, вот, к ним надо привыкать, вот, мы там и заправляемся, мы там себя чистим, мы там встречаемся со всеми, потому что путь очень короткий, откуда бы ты ни пришел в эту комнату диагностики, чем идти в матрицу, которая полна всякой грязью и сущности, то есть нашей Земли. Наша комната диагностики время от времени поднимается, это не мы делаем, это за нас делают. Всего было таких четыре подъема. Сейчас мы находимся достаточно высоко, я не знаю, честно говоря, где, но нам сказали высоко, и меня этот ответ вполне устраивает. И последний, 33-й вопрос. Чего боятся сущности и что мне нужно делать, чтобы они не вошли в мое биополе? Хороший вопрос. Сущности видят ваш дух. Ваш дух ⁇ это ваш стержень. Если этот стержень крепки, вы знаете, например, что вы ангельская душа, или вы сплеят, или вы сарктура, вы умеете заправляться своими родными энергиями, вы умеете расширять эти энергии за пределы своего поля, вы умеете ставить меркабу и защищать, закрутить эту меркабу, защищая свои энергетические поля и беря ответственность за свои энергии. Вот именно этого они боятся. К вам они не подойдут, потому что они ищут легких побед. Я думаю, я ответил на все вопросы. Благодарю всех за внимание. Всем, всем всего наилучшего желаем. И до скорых встреч.